«Люби свой город, что у моря, где бьют начал твоих исток, и расскажи всем гордо, громко, что город твой – Владивосток». Существует легенда, согласно которой основатель Владивостока, генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский, войдя в незнакомую бухту, произнес пророческие слова: «Великолепный порт, отсюда и владеть Востоком». В итоге именно они и дали название городу. Что означает название нашего города Владивосток? Ну, для меня это, значит, слово состоит из двух корней: «владей Востоком». Я считаю, что оно очень символично, это очень гордое название, очень красивое. И я бы даже сказала, знаете, есть же у нас уменьшительно ласкательно «Владик», ведь это тоже своя особая символика. Ласковая и вместе с тем такая, знаете, очень яркая. На самом деле, я считаю, что название нашего города, оно полностью отражает его суть. А что означает название города Владивосток? Ну, два слова – «владеть Восток». Вот, это еще изначально там, когда основатели были, вот, порт осваивали и назвали так. Какое животное изображено на гербе Владивостока? Тигр. А название города Владивосток что означает? Владивостоком. Основанный как военный пост на Тихоокеанском побережье, признанный оберегать вновь приобретенные земли от посягательства колониальных держав, город в этом году отмечает 162-летие. Вскоре Владивосток был официально объявлен городом и уже через несколько лет стал центром всего Приморского края. Мы его любим, какой бы он ни был, как мать-старушку, как детей своих. И куда бы меня ни позвали жить, я бы его никогда не променяла. Ни на какой город. Люди, которые живут возле моря, открытые, душа широкая. Придешь в гости, чаем напоят, ватрушки выставят, там поплачутся тоже. Накануне Дня города, 1 июля, отмечает свой день рождения газета с одноименным названием, которая уже 33 года регулярно выходит, освещая происходящее в крае и стране события. Газета «Владивосток» пользуется доверием и уважением приморцев. Есть у города надежды и реальные мечты. Есть причалы с кораблями и построены мосты. Время здесь идет за солнцем, освещая новый век. Есть у города газета. В каждой букве человек. С днем рождения, Владивосток! С днем рождения, любимая газета! Наш город обладает не столь продолжительной, но при этом богатой историей. Из небольшого порта и военного поселения он за короткий срок смог развиться в крупный город, центр Приморского края и всего Дальнего Востока. Обладая безусловным географическим преимуществом, он оправдывает свое название «Восточной столицы». Или, может быть, вы что-то хотели пожелать нашему городу? Мы вам желаем, чтобы ваш город процветал и радовал своих гостей вот своим гостеприимством и красотой. Мы бы хотели пожелать процветания, чтобы город наш радовал нашу Россию, чтобы он был заметен, ну и чтобы вам, наверное, побольше туристов, и чтобы все-все было хорошо, да? Давай поздравим, скажи, с праздником. С праздником! Город потрясающе красивый, полный жизнью, постоянно живет, вот как вы заметили, вечером жизнь только начинается. Ну и хотелось бы, конечно, пожелать дальнейшего процветания, оставаться таким же энергичным, таким же развивающимся. Заводным, чтобы было также интересно людям сюда приезжать, чтобы он был такой же красивый, молодой и только развивался. Очень классно было. Да, становиться лучше и лучше. Олег Завьялов, Тамара Чупахина, новости на Восьмом.